Как раз средства воспроизводства – это инвестиционная функция денег. Наша экономика, как и экономики всех 15 постсоветских республик, инвестируется в иностранной валюте. Вы это поняли? На самом деле. А там средства платежа, средства обмена – это операционные функции. То есть наши деньги национальные, это которые пятый признак государства, они выполняют просто операционную функцию. А инвестиционную функцию, вот семенную, это сила кундалини денег, понимаете? Она нам не принадлежит. Вот поэтому, Ротшильд, ты сказал, что дайте мне возможность печатать деньги, и мне плевать там аборигены, как будут они танцевать, они будут перья на голову вешать, или будут вышиванки носить, или все сплошь ходить в колпаках, пусть они это делают, мне дайте возможность печатать деньги. Вот это получилось. Я хочу, чтобы вот эти вещи люди поняли. И вот реиндустриализация, да, убивает двух китов. Экономическая лужа расширяется. Мы играем в демократию, мы там выбираем какие-то формы правления. Мы все время думаем, что мы какими-то реформами занимаемся. Никакими реформами мы 20 лет, 28 лет по существу не занимаемся. Вот как-то есть у меня на ум пришла такая притча, когда царь Леонид готовился к войне против Карфагена.